Британские исследователи обнаружили, что недосып в течение лишь одной ночи почти на 25% снижает темп метаболизма на следующий день. В этом случае даже прием ограниченного количества пищи приводит к жировым отложениям. Кроме этих неприятностей, замедление метаболизма также негативно сказывается и на эффективности занятия в тренажерном зале. Делайте выводы и спокойной ночи!